Еще один ресторан «Бургер Кинг» открыл свои двери в Актау. Для любителей бургеров, приготовленных на открытом огне, новое заведение стало настоящим подарком к Новому году. Тем более, что теперь жители города на берегу Каспийского моря смогут покупать бургеры, не выходя из машины. Официальное открытие «Бургер Кинг» в городе Актау. Второй ресторан «Бургер Кинг» в Актау распахнул свои двери и сразу наполнился посетителями. Недолго пришлось ждать заказов и работникам автоэкспресса. Горожане с удовольствием воспользовались этой услугой. Рада сообщить, что сегодня мы открыли наш 34-й ресторан в Казахстане. Это наш второй ресторан в городе Актау. Отличается он от первого тем, что это с функцией автоэкспресс. То есть теперь наши гости могут, не выходя из своего автомобиля, делать заказ. Высококачественные продукты, уникальные рецепты, безупречный сервис и международные стандарты – это главные критерии работы всемирно известного бренда «Бургер Кинг». Недаром ежедневно рестораны этой сети по всему миру посещают более 11 миллионов гостей. Я очень часто сюда прихожу, именно в «Бургер Кинг», потому что мне тут больше нравится, чем в остальных местах. Не знаю почему, потому что, наверное, и цены приемлемые, во-первых. Во-вторых, и еда соответствует. «Бургер Кинг» – вторая по величине международная сеть ресторанов быстрого питания в мире. Компания существует уже 63 года и насчитывает более 14 тысяч ресторанов в 100 странах мира. На казахстанский рынок «Бургер Кинг» вышел в 2012 году. Сейчас в 10 городах Казахстана работают 34 ресторана «Бургер Кинг». Асем Караулова, Адель Жуманов, Информбюро, Мангистауская область.